Всем привет, с вами Мимик, и мы, как обычно, продолжаем проходить Виджел. В общем, кто у нас тут стоит такой интересный, красивый? Это моя Лейла, которая нафармила себе наконец-таки на сет. В общем, решил я себе, когда фармил по одной шмотке, как я и говорил, что в прошлых видео, по золотому сету, нафармил себе шлем, пошел проверять. И думаю, ну почему бы сразу не нахерачить и на доспех. В общем, 480% получения денег у нас шанс. То есть моим фармам, которые я показывал в прошлых, ну в этих прошлых видео, а в отдельном я там сделал видео. То есть где-то почти там 1500 зачетка получается. И мне шлем, конечно, вообще дико не нравится, потому что он не сочетается с масками. Вон видно, в принципе, как выглядит, и не знаю, ну побегаем пока что, а потом посмотрим, может поменяем, потому что ну шлем мне вообще не нравится, а доспехи прям вообще ну красиво выглядят. Я не знаю, я не хочу копить, наверное, деньги на оружие, потому что не знаю, катана, но это вообще реально какой-то чит, просто реально чит с ее вот этим вот скиллом, не знаю. Пока что побегаем с помощью этого чита. В общем, по навыкам я качал вообще full ветку предметов. Не знаю, тут некоторые там метания. Нафиг не надо. Вот этот вот скилл мне непонятный. Или перевод такой. Обменяйте 2% ОЗ на плюс 1 к урону стойкости. Я не знаю, как его юзать. В жизни вроде бы максимально ОЗ не исчезли. Ну, хрен его знает. Прям вкачал и вкачал. И вот эти вот пассивки я в первую очередь вкачал. Потому что наша катана, вот этот вот скилл, очень жрет много типа выносливости. И на третий раз, когда я ее типа юзаю, она становится в такой вот стагер, типа усталость. И эти пассивки позволяют нам быстро из него выходить. В общем, окей. Чем мы сегодня займемся? Я думаю, что может пора немножко канализацию почистить. Потому что там с канализацией можно найти вход в катакомбы, дочистить какие-то там секретные эти места, как я понял. И, наверное, выполним на квест на повара. Найдем соль. Окей, тут квест за лазурную и обагренную эту. Карин, окей. В общем, нехватку соли. Пойдем добудем соль. Да и посмотрим, что тут. Правда, мне потом придется пересмотреть или как записывать. Я не знаю, мне кажется, в канализациях тут жопа будет этим дверям и так далее, как бы не заблудиться. Так, с помощью Даша теперь нам очень легко добираться до всяких мест, прям вообще супер. Ну и в принципе погнали. Опа, у нас какие-то предметы есть. А, ты не умерла, пушка. Повезло. О, тут золото. Не знаю теперь, на что нам вообще копить. Сет сам по себе, в принципе, хороший, поэтому пускай. Ну, потом по фэтшену будем, в принципе, если найдем какие-нибудь хорошие места. Ну, эти шмотки, то будем их использовать. Так, это у нас что за место? Это, скорее всего, в катакомбы у нас. Что, зачем нам деньги, если мы, в принципе, уже все скупили, правильно? Кольцо скитальца какое-то можно найти, которое даст больше опыта. Да, это наши катакомбы. И тут всего лишь кровавый осколок. И все, больше ничего нету. Ну как-то, не знаю, такой себе, по-моему. Опа. Я прям вообще кайфую от этого умения, если честно. Так, это мы тут были. Так, куда нас телепорт там привлечет? Опа. Ты кто такой? А, там сундук. Так, этот лифт у нас обратно поедет, если что. Окей, тут
Ага, у нас тут сохранение, и в принципе. И там дверь, кстати. Дверь заперта, ну, кто бы вообще сомневался, да? Тут никакого перехода нету. Окей. Что у нас тут? У нас проход какой-то вниз есть. Пока что не буду юзать. И тут какая-то новая локация. Ну, новая, другая. Мост мой. Опа. Откроем просто карту. Это наконец-таки вот этот вот выход. А зачем он нужен? Может, тут что-то поменялось? Нет. Странно. Ну, окей. Типа шорткат, который зачем? Я не знаю. То же самое, в принципе, есть в катакомбах, да, там места, ну, зачем они нам нужны? Там кто-то внизу был. Я не знаю, бедные мобы на самом деле. Там вроде бы все открыли. Опа, не прыгать. Так. Так, тут еще проход какой-то. И вниз. Да, переходов тут как-то много. Ну, окей, погнали. А, катакомбы, в смысле? А, ну как раз там же, да, маленькая какая-то лока. Вот. Да, про которую я говорил, что не находил, типа, переход. Видимо, это вот это вот. В принципе, ничего нету. Эй. Реально, можно, в принципе, ради интереса не пользоваться таким оружием. Ну, я не знаю. Какой дурак будет, не используя такое. Просто бомбическое оружие, правильно ж? А, никого нету. Всех убил. Да нет, кто-то лазит. Чувачки. Как-то этих переходов очень много на самом деле. Опа. А, тайная канализация. И переход какой-то есть. А, что за тайная канализация? Ладно, подождем сейчас. Сундук. У нас выше там и слева тоже какой-то проходец был. Так. А, сюда. Чуваки, вы серьезно? Опа. Только хотел сказать, надо прыгать. Побиться о потолок, что потому что тут иногда бывают секреты. Тут что-то голова в клетке. Че? Сейчас наркомания. Человеческая голова, оторванная и проклятая безжалостным демоном, а затем возвращенная к жизни жуткой магии, снижает атаку и защиту монстров перед вами. О, ни хрена себе. Прям надолго, кстати. Так. 182. Ну, в принципе, и так пока что будем добивать их. Убивать с одного там двух ударов. Окей. Ну, на боссах, в принципе, это хорошая тема. Давайте соберем всех мобов и сделаем вот так вот просто. Там кто-то не умер? Мобы. Так, и получается все. Вот такой вот кусок локации. Там
Какая-то тайна канализация. А, тут у нас пусто. Окей, давайте, наверное, обратно пока что огненную руку поставим. И что, я не знаю, куда. Там бы почистить еще в обычной канализации, а тут еще и тайная канализация. Пошлите мельком, просто посмотрим. Что оно такое, как говорится, с чем ее едят? Это, а, переход вниз, это скорее всего тут, тут мы, да, откроем проход. То есть тайная канализация, которая ни хрена не тайная, типа. Минус куча врагов. Получай. Минус. Так, а эти бочки не уничтожаются. Малый камень мерцания, но не особо полезный, не особо нужный. Дроп. Это даже с большого этого чувачка нам дали кучу денег. Дверь заперта. А, вторая, кстати, уже дверь, потому что у нас он там вот, 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 вот. Как бы все запомнить бы эти двери? Вверху, в принципе, особо ничего нету. А, так, тут. Кто-то там. О, да, кстати, смотрите, мы можем. Так, куда ты полезла? А. Получай. Что-то по нему урон, кстати, вообще не шел. Да выглядит так, как будто ее можно типа уничтожить там. О, окей. Может, динамитом все-таки? Нет, видимо. Просто такая. Такой кусок локации. Окей, тут мы откроем. Тут же одна дверь была с другой стороны открыта, да. Тут тоже дверь заперта. В общем, у нас в общей сложности пока что три двери запертых. Получается, мы вот тут все сделали. У нас путь. Просто путь вниз. А. Тут мы же тоже все зачистили, правильно же? Да. Я немного просто потерялся. Сорян. Получается, только сюда можем сходить. Че? Ты че? Ты че быкуешь? На. Минус. Так, это проход с другой стороны открывается. Обидно. Так, я не понял и... И типа все. Тут закрыто, там закрыто. Это вся тайная канализация. Ну, окей. А, это и пик, я думал, кто-то там так упал. Ясно, валим нафиг отсюда. Запутался. Пока у нас, в принципе, ключа нету никакого. Окей, тут, значит, мы тоже все облутали.
канализацию, поэтому просто возвращаемся туда. Парам-парам, привет, враги. Пока, враги. Так, нам наверх. Реально, это раньше, можно сказать, что игра не была слишком какой-то там сложной, по сути, по боссам там, поэтому, главное, привыкнуть к системе, как бы. Это не учитывая того, что я, типа, не использовал там всякие луки и метательное оружие в основном. А я уверен, что в этой игре, в принципе, тут всех этих боссов, которые мы встречали, убивали, легко, в принципе, убить также с лука. С этим мечом, в принципе, вообще так, у нас тут получается, мы можем, нам нужно просто вниз. Опа. Надо бы, наверное, топором подхилиться. Чё тут? Ага, переход. Всех убью, один останусь. Так, источник подземных, вот. Угу. Там никого нету. Вы кто такие? Че нахер? Посмотрим, так, кто-то упадал. В принципе, все тут. А, так, кувыркнись. Нет! О, это же этот моб с Elden Sanctuary, кстати. Это с тебя мне надо получить соль, да? Привет, братишка. Пока, братишка. Две сто. Мешочек соли. Окей, получили мешочек соли. Так, а что у нас тут еще есть? Это... Да, да, да. Тоже какой-то переход и наверх еще переход. Так, еще ниже. О, и там еще и святилище, наша сова. Ясно, поэтому погнали сначала сюда. Так, кто-то урон получает. А, еще один такой чувак. Окей, а сколько соли надо, значит? По-моему, просто соль написано, да? Нихера ты неубиваемый. 1200. Ну, ясно. Там что-то валялось, я видел. Морозный камень. Треугольный камень. Окей. Это хорошо. Значит, там тоже тут какая-то локация. Неплохо забрался. Давайте поэтому лучше сначала сюда зайдем. Так. Кто-то ходит. Или крыльями машет. Или мне показалось. Не падать.
А, это, в принципе, пойдем сюда, как я, в принципе. А, ну если это, если, наверное, да, Даши этого нету, да? Сюда мы по-другому никак не заберемся. А тут у нас... Тут у нас путь сюда, потому что там водопад. Ясно, не прыгать. Не прыгать получается. Довольно пустой какой-то, я не знаю, зачем этот кусок. Так, тут-то у нас еще локация новая. Ясно, подземная пещера. Я не хотел. Это постов, это новый способ фарма. Шестнадцать триста. Семнадцать восемьсот. Нифига, штука 300, короче. Просто за удар, да? Видимо. Это... Чё? Кто такой? Сколько? Сколько? А, постой, может тут-то... Ладно. Кто-то все равно ползает, кстати. Так, ну тут очевидно, что секретка. Паук с черепами. Ну, это, скорее всего, нам... Да, можно использовать для украшения комнаты. Смотрите, вот. Парочка мешочков соли. Путь вниз, путь наверх. О, ты кто такой? О! В смысле, это нормально, что ты сквозь стены ходишь, чувак? Это нормально, что тут просто массово так деньги дают? Да, я могу с уверенностью, значит, сказать, что это намного круче спо... Опа. Секретик. Круче способ фарма даже, который я использовал. Так, а как попасть сюда? Как-то же можно или нет? Или с другу? Ага. Опа, получилось. Тут ничего такого нету, ясно. Типа такая вообще жесткая секретка и ничего нету. Так, значит, главное не запутаться тут. Прощайте. Нет, все-таки там снизу надо типа туда идти. Жестко. Но место реально, блин, с этой катаной. Тут можно реально в секунду, блин, фармить. Эти все деньги, которые я фармил. Эх, чё ж я раньше-то не знал об этом месте. Значит, можно, в принципе, изи пофармить даже эти. Намечать, на меч себе. Тут горючая смесь.
Вверху у нас ничего нет. Тут закрыто. Ясно? Значит, давайте влево сходим. Так, тут мы были. Вот тут мы не были, получается. А, хотя тут... Хотя тут ничего особого нету. Да, снова же миллион. О, еще одно святилище. Ну, но имело бы смысл, если бы мы фармили тут деньги, в принципе, или опыт. Я, наверное, буду фармить тут деньги и опыт, наверное, за кадром по-тихому. О, это глюк или туда реально как-то можно попасть? Потому что мы, в принципе, вот внизу там прошли. Секретов с каждым разом все больше и больше появляется. Ладно, пошли сюда. Так, и там явно что-то вверху есть, да. Может, это путь обратно будет? Ну, а кто там такие спят? Жень, не спят. Да-да-да, и это проход у нас туда. Так, пока что прыгать не надо. Но не вообще на один удар. А, и это у нас проход еще один. А, горный перевал, это вообще у нас сначала локация, как бы. Ясно, ну зачем? Постой, там кто-то какой-то новый мод был, или мне показалось? А, или это тот просто челик? Минус. Чтоб не расслаблялись. Так, получается, мы прошли просто поверху. Пошли до сюда. Опа. А, тут же еще сейчас мобы все пригенились. Какие-то пауки, я не с виду, какие-то механические. Вот они жесткие. Ага. Топор рабства. Навряд ли это какое-то хорошее оружие, но посмотрим. Атака, урон стойкости. Смягчает негативный эффект истощения. Это топор, выкованный безымянными духами рабов. Воплощает в себе столетия, бессилие и гнева. В руках человека, которому нечего терять, он обретает удивительную мощь. Ясно. Просто получается тупик, которого мы можем тут вниз спрыгнуть. Нет, давайте вернемся к святилищу. Ты чё, охренел? На кого там лапы свои поднимаешь? Так, получается, тут теперь можно пройти. А, ни хрена. Можно вот так вот пройти сюда. Тут у нас ничего. А, и отсюда, наверное, можно. Или нет?
Я думал, забраться тут можно. Так. Иди нахер. Тут просто у нас тупик получается. Теперь вниз нужно. Люк. Да, это у нас получается единственное место, куда мы не сходили с вами. А, отсюда можно, видимо, подниматься. Да. Исцеление, сосуд какой-то. Опа, тут тоже сундук. Кольцо с черной змеей. Ясно. Давайте посмотрим. Кстати, кольцо надо поменять это. Легендарная медуза обращала людей в камень одним своим взглядом. Возможно, страх перед ее жуткой магией вдохновил создателей этого кольца. Сокращать негативные эффекты. Ну, такое, по-моему. Что можно поставить вместо денег? Денег у меня полно. Защиту, как вариант. По здоровью еще. Давайте защиту. Или... Давайте здоровье. И получается... Да, я много, конечно, нажимаю эту камеру. Да ладно. Получается, это просто бессмысленный кусок карты, который... Нету ни босса, ни мини-босса, ничего. Потому что соли мы там брали. И прошли там, в принципе, все. Прошли, ничего не было. Ни дверей никаких. Не сказал бы, что прям цены тут, а вещи падают. Просто дополнительный кусок карты. Какие-то... А, тут можно... Смотри, смотри. Может, я ошибался. Что за сосуды? Наносит урон, поглощает жизнь врага. Больно. Наверное. Я-то куда я прыгнул? Это тоже какой-то секретик. Кто бы сомневался, что тут полно столько секретов. О, посмотри. Возможно, я и ошибался. Еще сундук, метательный нож, ага. Очень ценный предмет. Так, и внизу там... Кровавая душа, опа. А тут, видимо, босс? Нет. Дайте зарядить скилл мой, говори. Окей. Сколько это? Уже 43 тысячи денег. О, жестко. Так, а тут... Видимо, на выход, окей. Давайте сначала тут обследуем. Чтобы не расслаблялись. Сосуд, золото. Реально все? Там ничего нету такого. Короче, реально обычное место для фарма. Получается, что мы тут все залутали. Блин, печально на самом деле. Я думал, что намного лучше тут будет. Ну, получается, да. Хорошо, что я эти телепорты не заюзал, правильно? Окей, давайте тогда... Может, я, конечно,
упустил что-то, но если есть что-то, что я тут упустил, в принципе, пишите, проверим. Пошлите, сдадим соль. Потому что как бы мало ли. Как обычно, никто ничего не скажет интересного. Так, таверна. Внизу, кстати, тоже ничего. Не, пофиг всем. И тоже все молчат. Так, ты, дамочка, все подслушиваешь. Она их типа не видит или что? В чем фишка? Она говорит, что там никого нету. Вы, чуваки, вы невидимые? Что там с монстрами? Вот твоя соль, она очень свежая. Спасибо за помощь, теперь за дело можно браться, а то ведь люди снаружи уже проголодались. Эту сковородку я использую, когда новичков учу, возьми ее в награду. Сковородка, это... Ну это же моя сковородка. Тебе она больше не нужна, пошел нахер отсюда. Сковородка. То есть у нас одна соль, надо попробовать продать ее, чтобы она... А, как все. Окей, что там за сковородка? А, как меч. Сковородка под мастерье. Ну, ничего особого нету. Запачканная кровью сковорода. Однако видно, что до инцидента владелец обращался с ней очень бережно. Ну, короче, да, это явная отсылка к Селтон Сакчиаре. И в награду нам дали сковородку. Блин. Ну... Спасибо. Ладно, говорит, все равно спасибо. Дал квест найти соль. Вот там, кстати, баба. Ой, они исчезли. Я думал, девка отсюда исчезла. И может она в комнату свою пошла. Или она в другой. Тут ничего. Последнее время в нижней комнате тихо, наконец я смогу выспаться. Ясно. Ну, прикольно, что в такие игры типа добавляют какие-то отсылки, приколюшки, типа тоже с разных игр. Ясно, в общем, вот такой вот квест. Нехватка соли. Давайте пойдем попробуем продать ненужную ту соль, чтобы она у нас не валялась инвентаря. И в принципе у нас время позволяет, что или вверх пойти, или канализацию дальше почистить, типа с другого входа выхода, или пойти уже начать обследовать этот тоскливый лес, или как его там. А, нельзя продать. Бля, печально. Печально. Ну, окей, тогда пускай валяется в инвентаре. Можешь попробовать его выложить. Кстати, давайте... А, или потом. Ну, особо, в принципе, нафиг не надо. Что у нас по навыкам? Я шел в навыки сюда. Поглощение урона в блоке. Чтобы если когда-нибудь в жизни мы будем пользоваться блоком, то чтобы нас спасало. И, наверное, вот эту вот атаку выучим. Еще одна атака в аэркомбе. И пошлите, да, начнем исследовать. Тоскливый или какой-то там. Тоскливый лес, блин. Плачущий ли лес, или как его там, иллюзорный, блин. Ну, короче, сейчас посмотрим. Какой-то лес, который находится на кладбище. Что бы с монеткой это делать, кстати?
На тебе монетка нужна, чувак. Иди монет. Не советую вам вылазить. И, кстати, вот что заметил, больше из каких-нибудь врагов там эти не падают. Там оружие или там какие-то. Ну, кроме оружия, в принципе, ничем больше падать. Логично. Я так как-то обидно, да, тоскливый. Лес. Что тут? Там явно какой-то. Ну, скорее всего, шорткат будет. О! Наши друганы. Сама с Томасом говорю, у меня терпение кончилось. Да ты еще мне указываешь, тварь. Я больше так не могу, это какой-то ад. Мы не найдем здесь никакого золота. О каком золоте ты толкуешь? Тут только плазмодий и золотой слизи есть. Знаешь, золото должно быть в нем. Не слушай дурака, милочка. Из-за него мы застряли в этой дыре. И ничего такого не сказал. Это ты никак не заткнешься, тупица. Да ладно, дорогуша, хочешь разбогатеть? Я разбогатеть? Я ставил, блядь, в золотом сете. А, ну да ладно. Видишь, я так и знал, что ты собираешься это сказать. Молкни. Ты можешь помочь мне собрать золотую слизь, она кажется очень ценная. С чего ты взял? Я нигде и никогда золотой слизи не слышал, ни разу в жизни. Тем она и цена. Это большая редкость. Если найдешь ее, приноси мне. Я отдам тебе за слизь свой роскошный лук. Так отдай прямо сейчас, зачем он тебе? И то правда, возьми стрелы. Главное, тащи слизь. Чё? Ты мне сразу награду дала? Вы наркоманы. Ясно, короче. Лук сделан с использованием современных технологий. Обладает повышенной пораженной силой. Спасибо. Что там за... квест? Золотая лихорадка? Какую-то слизь надо найти. И дать лук в качестве награды, которую уже отдали. Ой, вообще красавцы. Так. Тем не менее, по-тихому будем открывать кашу в тоскливом лесу. И там, по-видимому, ничего такого нету. Чё-то там, кто там орёшь? А, кто-то там ударился. Так. Указатель. Озеро, Бафанайт, шахтерский лагерь и Май. Опа, на озеро нам как раз и надо. И тут. Тоже тупик. Минус волк. Вы тут орали, да, чувачки? А! Кто у нас тут такой стреляет, панам? Так, наверное, лучше. Ну, в принципе, ничего такого не вижу. Возьмем топорик, чтобы отхилиться, потому что до уровня у нас, кстати, с уровнем, что там, 68 уровень. Уровень, кстати, тут какая-то реально бесполезная такая тема. Навык не слишком полезный, я бы сказал бы. Получай, волк. За повышение уровня нам статы эти не дают, типа там здоровье, атака, защита и так далее, поэтому как-то, ну, хз. А, там явно какая-то секретка, но я хочу сюда полетать. О, там что-то есть. Посмотри. Окей. Или поиспользуем просто эти зелья.
Окей, кольцо шипов. Кольцо шипами наносит урон при кувырке на врага. И ничего не написано, и... Типа с помощью перекатов мы сможем им еще и урон наносить. Так, тут пусто. Надо посмотреть, сколько урона. Мне не кажется, что как-то там... А, посмотри, там что-то есть. А. Там что-то явно есть, окей. Пока что не будем использовать. Блин. И как нам туда забраться, получается? Ясно, но запомним. Наверное. Так, тут путь наверх. И путь... А, чё? Ты чё? Охренела? Не падать! Нет! Типа платформа, которая не платформа, да? Ну, давай вниз. Сначала сходим. А. Тут секретка. А, у нас же кувырок есть. 20 урона. Ну, такой себе, по-моему. По-моему, такое себе кольцо. Так, что у нас там стояло? Так, а шипов, да тут, в принципе, и ставить особо ничего, на самом деле, здоровье. Так, окей, мне больше интересует, что тут за секреты. Сундук, кольцо с изумрудом, а, то, которое, да. Здоровье плюс 15, но... Типа спасибо, но такая себе секретка. О, hello. Загори, козел. Ага, и это мы просто открыли шорткат. Да, начал локация. Ясно, понятно. В принципе, кстати, нормально. Надо налево пойти посмотреть. В принципе, можно полностью вот эту вот локацию сейчас зачистить до перехода в другие локи. И, в принципе, на этом закончить наше видео, потому что, в принципе, уже неплохо по времени оно идет. А, медвежара, привет. Смотри, что у меня есть. И еще раз. И поспи. Превосходный меч пила. Явно есть какой-то... О, 33 урона. Такой себе. Древний инструмент, работающий на полях рабов. Похоже, в нем... О нем бережно заботились, да? И на... Брать... Оттуда мы не можем допрыгнуть. Что-то вверху явно. Ну, типа водопад мы можем вот так вот как бы пройти сюда, но... Мне кажется, это нечестно, наверное, будет. Ну, явно не для этого, да, наверное, сделано. Сделано, наверное... А, опа. Кстати, смотри, прикольно.
Ай-яй. Пуфистик, привет. Получаю топориком. Сейчас я хочу понять просто, это скорее всего как-то слева обходится. И потом отсюда прыгается туда, получается. В принципе, честно-нечестно, там получили уже аэротаж. Почему нет, да? Нужно типа пользоваться. Еще выше там что-то есть. Там можно вон оттуда забраться. Можно, в принципе. Нет, не получится так. А если так? Да, получилось. Жесть. Просто жесть. Окей. И всего лишь янтарная искра. Не хочу туда падать пока что. Ну, навряд ли там что-то будет на самом деле. Минус бабочка. Кстати, смотри, проход ниже. Прости, медведь. Такова твоя жизнь, да. И мы, в принципе, отсюда могли прийти. Давай прыгнем сюда. А! Сказать, давай прыгнем сюда и посмотрим, что тут есть. Тут. Тут ни хрена нету. Да нет, что-то есть. Стоит. Окей, спасибо. И где-то мы. А, ну я примерно понял. А, все, 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 все. Это как раз-таки вот эта вот херня, которая... Только снова, зачем она мне нужна? Которую мы видели. Я туплю, туплю. Бывает, бывает. Что я стал сразу записывать видео после того, как я вот фармил этот... Гребаный золотой сет. Поэтому тупники случаются, окей. Давай дальше посмотрим, что там. Что там слева у нас? Тоже какая-то приколюшка. Так, туда мы падали, получается. Большим успехом. Что это такое? Так, и там есть какой-то еще телепорт. Блять, упал. Подождите, кто там, кошки? Поговорить с кошками? Окей. Да почему? Да в смысле? А, бесит. Самое главное, что там ста... Все, они издеваются надо мной. Интересно, зачем эта платформа? Там, по-моему, какой-то проход я видел. Или нет? Ладно, ну получается, что нету там ничего. Ясно, давай поболтаем с кошками. О, ни хрена.
Наставник, живой человек, неужели? Сюда давно никто не заходил. Не представишься, я познакомлю тебя со своей кошкой. Спасибо. Я Лейла Дозорная. Лейла Дозорная. Стоило догадаться, моим кошкам нужно много внимания, поэтому я слегка рассеян. Я ждал тебя. Меня? Не задавая вопросов, я не расскажу ничего, что не должно быть рассказано. Но ты узнаешь все, что нужно узнать. Думаешь, Бог раскрывает все секреты? Не, только те, что должны быть раскрыты. Че? Типа наш команд? Сбросить очки навыков. Опа! Получается, что в этой игре все-таки есть система сброса навыков. Ну, если честно, мне и сбрасывать особо нечего. Чтобы обратно перекачать. На самом деле это мне не нужно на самом деле. И кроме типа этого ничего нельзя. Можно типа активировать телепорты, когда захотим. Ну, я на таком этапе сейчас нахожусь, правильно? На котором особо, в принципе, ничего не нужно. Поэтому, если кому надо. Вот так вот, в принципе. Что, дальше, наверное, будем исследовать. О, кстати, там можно, получается, идти к шахтерскому лагерю. Наверное, давайте на этом закончим. О, снова исчез. Он появляется. В следующем видео уже дальше пойдем исследовать затусклый лес. А на этом, в принципе, все. Думаю, я надеюсь, вам понравилось это видео. Увидимся в новых видео. Пока-пока.